значение имени «Жирафа». Такие личности могут стремиться к лидерству, но этого добивается путем подавления других. Они всегда стремятся действовать. Это имя наделяет упорством и реалистичными планами, поэтому часто мечты такого человека сбываются. Букве А свойственна сила и лидерство для этого имени. Этих личностей сложно обмануть, видимостью для них всегда важна реальность. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Вибрации этой личности направляют на достижение жизненной цели, которая представляет собой открытый вызов обществу, заставляет постоянно конфликтовать с миром и самим собой. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве И, мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Этих людей отличает гордый характер, удачливость и напористость. Увлекаясь чем-либо, человек может поддаться на глупый риск. У этого имени определяют такие индивидуальные характеристики, как смелость, выдержка, целеустремленность, в крайних случаях необоснованный риск и необузданный темперамент. В значении буквы говорит о коммуникабельности, умении жить в гармонии с природой и людьми, но и о некоторой ленности. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.